Команда «Энергомаш» Белгород. Футболки синие. В воротах номер 71 Дмитрий Щендрыгин. Номер 2 капитан команды Андрей Колесников. Номер 21 Богдан Бабинский. Номер 18 Александр Аршинов. Номер 24 Иван Жирный. Номер 27 Олег Калугин. Номер 15 Дмитрий Самойлов. Номер 25 Денис Беловаев. Номер 11 Сергей Кудрин. Номер 12 Владислав Фасхутдинов. Номер 22 Денис Тёртев. Главный тренер команды Андрей Репринцев. Матч обслуживает бригада в составе. Главный судья Сергей Осипов, Смоленск. Помощники главного судьи Марат Интунин, город Воронеж. Роман Селезнёв, город Воронеж. Инспектор матча Андрей Артемьев, город Брянск. Thank you.
Владислав Фасхудинов. Одна команда! Одна команда!
Ну, если тот играет, то если тренируется за два дня, начинают. Если играют на искусстве, разумеется, едут тренироваться на искусстве. У нас в 9-й это 9-й. Один на один выходил человек, да все. Бля, очень просто, не надо ничего было делать, уже все. Надо было только отдать, подходить, и все. А что, 3-2, что там думать было? Что? Thank you.
Субтитры сделал DimaTorzok.
Thank you.
Thank you.
команда «Энергомаш» Белгород. Oh!
Thank you.
Дмитрий Энергомарович. А вы не сходили за Дохтева, номер 22. На поле Дмитрий Бурмистров, номер 23. Yeah.
команде «Наркоман». А вместо Сергея Кубрина номер 11. На кубе Александр Марков, номер 10. Спасибо.
это не мешан был. А. Что? Андрей Колесников сказал, что когда приоденется, даст мне целую программу с автографом. Будем вместе. Хорошо, иди к Саше, будь с ним. В зале на команде «Тинь» вместо Ильи Рыженкова номер 8 на поле Роман Балаян номер
такое.